А спорим, что за 3 секунды невозможно подписаться и поставить лайк. Всем здарова, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Димка, а также Юрка, и мы вернулись к GTA для того, чтобы провести рубрику «Битва воришек». Здорово, народ! Сегодня, ребята, мы находимся в районе Венеции, на воде, и именно здесь попытаемся найти самые крутые тачки и украсть их за 5 минут. Если же мы припоздаем, то есть шанс вероятности того, что вызовут на нас копов, потом будет очень мега сложно. Поэтому, ребята, обязательно поддержите нас в комментариях и не забывайте нажимать на колокольчик. Должны стоять все уведомления, потому что всего лишь 20% смотрящих указали на все уведомления. В противном случае, ребята, вы не будете видеть такие прикольненькие ролики. А также поставьте лайк. Давайте-ка наберем 3000 лайков на этом ролике, потому что он будет мега крутой и заряженный на успех. Поэтому, ребята, как и на прошлом, давайте-ка реально поработаем. А вот, а также, ребята, не забудьте подписаться, до лямчика осталось вообще понты. Поэтому, ребята, да, я вас верю, а мы начинаем. Здесь, получается, есть 8 байков. Байков, и давай выберем байк тебе. А почему? Я нашел уже. Поставь на место, тогда у нас получается 9 байков. Да, я так понял, разнообразно. Или подожди, откуда ты его вообще выдрал? Откуда ты взял байк этот? Понимаю, блин, ладно, короче, 8 байков, поэтому сирен. Зайди число от 1 до 8. Ответ 7. Седьмой у тебя байк, это байк, 1, 2, 3, 4, 5, 6, из арены, вор, да. Он, кстати, поприкольнее вроде бы должен быть. Окей, выбираем тогда мне. Назови число от 1 до 7. Ответ 7. Это, кстати, неплохой. Это драктор. Получается 1, 2, 3, 4. Да, это последний. Это вот такой прикольненький драгстер BMW. Ебал, он быстрый, ребята. Понимаю. Окей, давайте-ка заготовим байки и начнем. Так, ребята, мы готовы. Байки заряжены. Поехали. Ищем самые крутые тачки и попытаемся их украсть. Так, тут пусто. Давайте-ка сразу на эту парковочку. Тихо, аккуратненько. Понимаю, я тут немножечко разложился. Китчунезом размазался. И все, вроде бы жив, цел, здоров. Главное дурачком не стать. Вот как бы, да, это самое, наверное, главное в такой ситуации. Так. Так, ладно, поехали, как бы. Это что синее? Это что синее там? Йоу, понимаю. Я жив, цел, здоров. Окей, да. Я нашел Lamborghini Sian Roadster. Да, это как бы вообще прикольно, потому что я, получается, реально угнал офигенный чит, который, ребята, очень мега быстрый. Поэтому, ребята, мы его обязательно проверим когда-нибудь в испытаниях. А теперь поехали за следующей тачкой. Кстати говоря, я хотел на самом деле проверить кое-какие предобрежные места. Вот именно вот здесь. Какие? Давай, полетели. Юху! Апс, оп. Я так все почки нафиг отобью сегодня, да, я прям уже 5-й раз, что ли, падаю уже с байка, так, там пусто, окей, поехали дальше. Беда с башкой у тебя, у меня все хорошо, как бы, разно. Не, у меня тоже хорошо, пока что. Офигеть, это 55-й получается, ребята, Гелендос, Юрки в нос, просто все отлично, аж, да, 65, какой, стоп, да, это 65-й, офигеть, я что-то попутал. Мой, что ли? Окей. Да, это получается, походу, твой, я не знаю, кстати говоря, прикольненький, однако, гелик. Смотри, очень хороший. Но он, во-первых, не твой уже, потому что, сам понимаешь, все, его уже изъяли, так сказать, у тебя, поэтому все уже не считается. А ты что привез там вообще? Покрасить недолго. Покрасить, ну, красть, если хочешь. Ты третью тачку уже везешь, не маты быстрый. Кёнигсек, драгстер, какой классный ты угнал, понял, принял. Так, окей, я тогда поеду вот сюда. Ничего вкусненького. Но это плохо. Это как минимум плохо, потому что есть ли тут что-нибудь на парковке? Это не тот гелик, это другой гелик. Вот ты что такое? Я нашел, офигеть! Я зубочистку нашел, братишка! Офигеть! Это же просто жесть! Да, она очень мега быстрая, поэтому, ребята, на драге мы ее проверим. А вообще по управлению. Это вообще жесть. Это вообще жесть. Ну слушай, она как минимум хороша плюс-минус по отношению к другим неуправляемым тачкам, поэтому нормально все. Ну, зато кажется, это моя третья машина. У меня как минимум есть вот такой драгстер, который зубочистку твою засунет. О, что? Офигеть, ты безумного Макса нашел, понимаю, да, ребята, так, Макс. Поехали тогда дальше. Так, 3 тачки есть, но они какие-то такие себе. Что там у тебя? Что ты ржешь? Я со всей доли, короче, байк прям в тачку кинул. А, ты смотри, чтобы он не взорвался. Прям. Там пусто. Ты смотри, чтобы он не взорвался, потому что потом будет вообще проблемы. Так, а я знаю, что вот тут еще есть под парковочки, может тут что-нибудь будет, а ну-ка. Да ладно! Теслу нашел, братишка.
Офигеть. Тесла. А, стоп, это не обычная Тесла получается. Это не обычная Тесла, это получается вот такая Тесла. Этот, как его, Дракстер, понял как бы? Офигеть просто. Понимаю. Так, аккуратно, а я знаю, что отлично. Я тебя на драге. На, что я меня нашел... выиграет на драге? Апокалипсис. Чего? Где ты его нашел так-то? Я его тысячу лет уже не видел здесь в Лос-Антосе. Его как будто искоренили или взорвали, или же разобрали. Но это просто жесть, ребята. Офигеть, два Драгстера я пригнал, один чит и офигенный гелик. А, прикольненько. Жопу боль сделать спринт на Драгстера. Жопу боль? А, да не-не, спасибо, я не хочу страдать. Если хочешь, бери Драгстера, я возьму нормальную тачку. Я возьму нормальную тачку, давайте-ка поедем. Так, там мы были, да, там мы забрали, давайте. Это что такое? Ой, это что такое? Подожди. Ты нашел? А, я нашел новую Lamborghini Countach, братишка. Офигеть просто. Просто новая? Офигеть. Да, новая Lamborghini Countach. Она, короче, похожа на Sian, на Countach. И, короче, знаешь, типа из двух Lamborghini взяли там жопу оттуда, перед оттуда склеили, плюнули и готово. Ой, господи, а вот она ужас. Получается, да. Страх смотрите, Божий. Она максимально похожа на Sian, да. Но это, ребята, Countach новая, получается, Lamborghini. Понимаю, она, кстати, недавно ну, вышла, да, 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 да. Видели мы такие уже. Не-не-не, она реально, она, получается, производство Lamborghini самой. Поэтому, как бы, ну, они просто решили Countach возобновить и сделали на базе Sian. Так, а тут что, пусто, серьезно, что ли? Вот эту срать? Понимаю. И как бы поэтому, братишка, я даже не знаю, зачем они это сделали, но, так сказать, решили возобновить легенду. Что? Это такое? Ну, на самом деле, она... Не, она прикольная. Слушай, это как бы, ну... Решили возобновить легенду, поэтому они сделали Countach на основе новой Ламбы Сианы. То есть, как бы, она прикольная тем, что типа, новшество какое-то сделали. Вот, как бы, да-да-да. Ребята, а вы напишите в комментариях, нравится ли вам такая вот Ламба? Или же нет? Вот именно Ламба Countach. Вот она, получается, спереди. Посмотрите. Вот такая вот она. Ну, я не знаю, кстати, что по скорости, потому что я ее впервые вообще нашел в Сантосе. Правда, какой-то фанатик, видимо, ее купил. 4-6. Обычная, но странно. Тихо-тихо, так-то, да, не знаю, что там у тебя странно, не странно, но я пока не понимаю, но мне надо еще тачки пригнать, только то вопрос, где они. А, ну, блин, братишка, все тебе скажут, то, что это Lamborghini Countach, это же, ну, это и дураку понятно, так там пусто, реально, а что, реально я там ничего не нашел? А перед точно не Countach. Ну, не знаю, тут реально пусто, чего, блин? Так, а где тогда мне еще тачки воровать? Подожди, тут есть что? И тут пусто! Что, блин? А где-то... О, нашел! Офигеть, что нашел? Я нашел, чтобы ты понимал, Драгстер, как минимум, реактивный. Это, получается, Кобра Джет! Кобру Джет нашел, я, получается. Офигеть просто! Так, а там есть что? Там пусто, что, там мы забрали. Какая? Серьезно? На этой то новой тачке? Ему она быстро, ребята, мы сейчас проведем спринт. Я прям хочу ее проверить, получается. Она реально классная. Да, ему ты, конечно, закладываешь на ней. Правда, носит, так, это получается конечно, раз, да? Два, три, четыре, но пять, шесть. Неплохо. А семь тачек я пригнал. Осталось найти еще одну машину. Только вопрос. Привет. А где они? Да, я что-то вообще сегодня немножечко по времени не успеваю. Я быстренько сегодня сработал. Так, там пусто? У меня плюс-минус местность была рядом вся. Здесь, получается, тоже как бы пусто. А где тогда последнюю тачку мне так-то искать? Там пусто, получается. Блин, а куда? Там в китайском районе тоже пусто. А, может, тут на мойке где-нибудь будет интересненькая тачка? Опа, отлично, отличненько, так, аккуратно, это тот Skyline, ребята, вот так вот, и поехали, ребята, просто жесть, я нашел тот самый офигенный Skyline, который летит выше Магнума, ты понял, да, какой? Охренеть. Именно вот китайский получается, да, офигенный Skyline, ребята. Тихо. Ну, точнее, на японских номерах, китайских номерах. Не знаю, короче, ребята, я знаю то, что тачка очень классная и очень-очень получается эксклюзивная, да. И получается, ребята, что я угнал сегодня две офигенных ламбы, одна из которых чит. Вот такой вот прикольненький монстр трак. Третью ламбу, получается, пригнал. А гелик, ну, получается, два драгстера, даже три драгстера, и один из них, получается, реактивный. Ты пригнал две баги, одна из них чит, получается, безумного Макса. Тачку будущего, это вот такой вот Мерседес. А также Монстр Трак и Джеска.
Слушай, ну мне кажется, у меня тачки дороже, потому что как минимум у меня и Сиан, и получается новый Countach. Но, ребята, пишите в комментариях, кто все-таки зарабатывает балл за стоимость, а мы, я предлагаю отправиться на наше первое испытание и пройти его. Так, ребята, здесь два прикольненьких монстра драка, а наше испытание это, получается, оффроуд, одна гоночка направо, и мы готовы. 1, 2, 3, поехали! Ю-ху! Так, 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 так. Да что ты делаешь так-то? Пропусти. А у меня все хорошо, у меня офигенные баги, но получается проблема в том, что это как бы... Да, он по скорости не особо такой быстрый, но зато по поворотам он вообще, ему нету равных. Вот-вот-вот, как бы да, давай так аккуратненько проезжаем. У него проезжаем. Центровка нарушена, но он быстрый. Серьезно? Но у меня как бы не быстрый, но едет очень классно, ребята, да, получается. И вообще, я даже не знаю, как это назвать, это баги, блин, ламба или монстр-трак ламба. Потому что до монстр-трака она как-то не дотягивает, но все равно прикольно. Ладно, короче, поехали. Главное сейчас победить, забрать первый балл за первое же испытание. А потом уже в спринте отыграться на новой ламбе и просто будет все замечательно у нас. Так, тихо-тихо-тихо. Так, а у меня против лампы-то что? У меня проблема. Опа, вот это мне нравится. У меня проблема так-то. Да-да-да-да-да-да-да. Аккуратненько, 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 аккуратненько. Аккуратненько, аккуратненько. Не-не-не-не-не-не-не. Я прям, знаешь, тут нельзя, короче, пережимать, получается. Он настолько резкий. Это резкая, точнее, это лампа, что просто жесть. Так-так, аккуратно. Аккуратно, давай-давай-давай. Тут напрямую, тут проблема, блин. Тут проблема, петух, уйди. Дружище, там петух, получается, на дороге, тормози. Не видел. Я максимально напряженный, потому что тут одна ошибка, и все. Дрифчу нафиг. Пал пропал, как говорится. А, ты дрифтишь? Че? Откуда у тебя дрифт на монстр-траке твоем? Ну все, я, получается, приехал. Максимально. Я, получается, приехал, да, это мой первый балл, отличненько. Че там у тебя? Ну-ка, показывай. Он прям дрифтун прям. А, вижу, да-да-да-да-да. Но он больше не дрифтон, его просто носит, поэтому, да, как бы он не может зацепиться. Ну, понимаю, ребята. Ну что же, это мой первый балл, а мы отправляемся тогда на второе наше испытание. Ну давай. Итак, ребята, наше второе испытание, это получается, ребята, спринт-гоночка. Практически 6 километров нам ехать, и мы готовы. 1, 2, 3, поехали. Так-так-так, Джеска против Каунтач. Так, на старте лучше. Аккуратно. Да, и слушай, я догнать не могу так-то тебя. Можно было нидро поставить, ладно, ничего страшного. Можно было, а у меня оно есть, кстати. Но ты его не используешь так-то. Не забывай! А ты его зачем ставить хотел? Понимаю, а я притормозил, я тоже. Я вынес, меня вынесло просто. Понимаю, ладно, короче, ребята, главное догнать сейчас. Главное так-то догнать! Не, не догонишь, братиш. Ты разложился или что? Сколько ты едешь? 420, как минимум я видел. Какие 420? Прикинь. Ну я 340 разогнал. Нет, Джесс, какая-то быстрая. Так, хорошо. А, там появилось ограждение. Я хотел проехать мимо ограждения. Я вылетел из-за этого. Я понял, что ты сделал. Понимаю, а я, так ладно. Я схитрил и через встречку проехал, как ты раньше так делал. Так я тоже хотел через встречку проехать, но у меня там ограждение загрузилось. Понял, его как бы не было, а потом появилось, и я такой в него врезался. Впиндюхался, одним словом. Обидненько, однако. Я могу сказать одно. Ну, одна ошибочка, где-то врезался, все, тут такие скорости лютые, это жесть просто. Слушай, ну я вот 280 разогнал, как бы 300, там 400, которые у тебя, а у меня таких скоростей нету на Каунтаче. Я только где-то вот так торможу, что ты понял. Понимаю, блин, это вообще, люто. Это вообще люто, но у меня как бы ламба очень хорошая машина. Это очень хорошая ламба, но, ребята, сами понимаете, божечки, что ж ты делаешь тогда за моей... Понял? Ох, боже, я так посидею. Да, он напрямую хороший, да, ну. Ладно, в любом случае его надо дальше тестировать. Этот, я не знаю, не концепт, это, видимо, уже ж, ну, обычная ламба, которая вышла в свет, но просто, ребята. Просто, ребята, я даже не знаю, что с ней делать, но пока вроде бы более-менее хороша, но против Кёнигсега, сами понимаете, не получилось. Окей, 1-1, а мы идем тогда дальше. Итак, ребята, мы готовы для прохождения уже третьего испытания. Это получается дерби. Поехали! Мерс против Мерса, как говорится. Давай посмотрим, кто все-таки тяжелее. Ёпс, туда и что? Так, пока непонятно было. Да, плюс-минус они вроде бы одинаковые, но вопрос, кто ошибется или кому не повезет. Ну, с лопатой, алё. Ну, как видишь. Выжил! Так, я улетел, ладно. А ты упал, да, получается? Я прям назад газнул, чтобы засейвить. Так, и второй раунд, и мы готовы. Поехали, братишка. Главное, это... Что ты делаешь? Куда ты поехал так-то? Я думал, мы повторим мой... Фух, я чуть не вывалился.
мой триумф в этом испытании, но... Ну добить, 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 добить. Я готов, да, все, пока, просто пока, да, изи. Не, ну тут как бы вот этот ящик было сложно столкнуть, и у Мерса как бы были шансы, но у меня получше оказалась машина. Но просто она не. Ну да, 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 да. Окей, ребята, получается так-то это уже 2-1 по баллам, а мы отправляемся на следующее испытание. И, ребята, наши получают четвертое уже испытание, это Drag Racing. У нас такая вот Tesla Cybertruck против, получается, Апокалипсиса. Интересно, конечно, кто будет первый, поэтому желаю тебе лишь только удачи. 1, 2, 3, поехали! Юху! Давай, давай, кочегарь! Кочегарь, 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 кочегарь! Давай, 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 давай! Апокалипсис медленно стал. Догоняю и в конце обогнал. Просто серьезно? В конце обогнал на пол корпуса, получается. Максимально странно, но я знал, что Тесла как бы вообще лютая. Она как бы быстрая, и она доказывает свое превосходство. А что с Апокалипсисом, я не знаю, братишка. Слушай, ну это получается тогда 3-1 по баллам, а мы отправляемся на наше следующее испытание. Итак, ребята, наше следующее испытание — это получается смертельные шашки. И Lamborghini Sian Roadster против Багги. Интересно посмотреть, кто же приедет первым. 1, 2, 3, поехали! Испытание осложняется тем, что здесь есть трафик. И поэтому я ее не тронул. Она, получается, правее меня осталась. Я вообще ее не трогал. Аккуратно. Ты там суши замотал. Аккуратно! Аккуратно! Я просто максимально пролетел над башкой бота! Офигеть, просто чё творю! Я уверен, что я выиграю здесь, ребята. Я просто в это верю, надеюсь и как бы жду. Аккуратно, брался, аккуратно. Я не врезался, братишка. Я, ну как бы как, я прочесал возле дерева, но не врезался. Прочесал. Так, спокойствие. Да капец, я врезался об дерево, понял, принял, ладно. Надеюсь, я так на твою ошибку. У меня боты пропадают. Там я тоже. У меня так-то тоже. Да где боты, блин, мне боты нужны, я же не догоню его. У меня появляются они. То же врезался? Самое. Я еще и на дыбки встал, я видел это. Блин, это очень мега быстро, но ты, да, ты тупо приезжаешь, потому что не было бота, видимо, у тебя, да, как бы. Не, у меня были боты. Ты врезался, да, понял. Ну, понимаю, ребята. А ладно, это получается 3-2 по баллам, а мы отправляемся на наше следующее испытание. Погнали. Итак, ребята, наше следующее испытание — это получается сапер. Главная задача — это взорвать оппонента. Поехали, ребята. Главное — это еще не переживать, не бояться, как бы, да? А еще лучше отключить сразу правильно копов. А, так вот, отлично. Так, 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 так. Где? А ты где? Ты невидимый, скотиняка. Как тебя взорвать так? Да, 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 я издалека невидимый. Я поэтому его и взял. Ёпс, туда, а как? А как? Ты не взорвался? Нет. Слушай, это было близко. Диверсант просто настоящий. Ты не взорвался? Возле меня прям. Я максимально старался тебе прям по ходу движения стрельнуть, но не получилось так-то. Тихо, 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 тихо. Может, меня это и спасло. Не знаю, но я как бы застрял, и потому получилось. Вроде бы выжил. Ты диверсант, блин. Ты взорваться собираешься тогда? Нет. Да как? Че взорвалось-то? Бляха! Да, 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 я за это себя чья? Кинул назад прям. Это чья моя, была? Это моя. Серьезно? Я кинул не тебя, а за себя, и ты прям в нее въехал. Это было очень быстро, чтобы ты понимал, ты взорвал меня. Обычно мы там по 2 минуты катаемся, тут, блин, 30 секунд получилось, блин. Вообще быстро очень, однако. Слушай, ну да, пока что по баллам 3-3, а мы отправляемся на последнее наше испытание. Ну давай. И, ребята, наше заключительное испытание — это скинуть с горы Чилет краш-тест, проверить тачки, насколько они мощные и насколько дальше можно проехать. Я напоминаю то, что здесь нельзя газовать и тормозить, и я при этом, чтобы ты понимал. Воу. Что? Как это вообще? Что? Это как? Это как? Чтоб ты понимал, ты у меня был внизу, и я тебя, по сути, должен был подпихнуть. Да. А получилось так, что ты как-то... Я врезался в тебя, а ты меня еще наверх поднял, еще ты меня... Да, я вижу, и ты как бы не можешь сдвинуться, и я, соответственно, тоже. И я просто не понимаю, как это получилось, но, ребята, это мой балл! Это вы
вообще мега странно, однако. То есть, я сам не понимаю, что ты вроде бы меня ударился и улетел вперед, а получилось, что обратно потом каким-то образом, видимо, запинговал и вернулся в сосну. Это было странно, ребята. Тайм-кодики в комментариях пишите. А на этом все. Спасибо всем огромное за просмотр. Напишите, с какого вы города, кто досмотрел до самого конца. Вот так вот, как раз таки познакомимся. Всем удачки и пока-пока. Пока, народ.